Более 90 человек собралось в субботнее утро в универсальном спорткомплексе Подмосковья для того, чтобы принять участие в православном фестивале спорта, который впервые состоялся в Щелково. Мы неоднократно выезжали на различные спортивные площадки, различные дискуссионные площадки выезжали, которые проводились в области. Ну а теперь решили попробовать подобный фестиваль у нас здесь. Участники пришли целыми семьями. Фестиваль – отличная возможность не только приобщиться к спорту, но и провести время с родными и близкими. Организаторами праздника физической культуры выступил спортивный комитет совместно с помощниками благочинного церквей городского округа Щелково и Лосина Петровского, отцами Александром и Алексеем, которые, к слову, также приняли участие в мероприятии. Спорт, да, призван так вот по-хорошему, да, объединять людей вне зависимости ни от чего. Ну и для того, чтобы, наверное, у детей был лишний выходной, и все мы, кто участвует сегодня здесь семьи, получили хорошее настроение и хоть немножечко прибавили себе здоровья. Участники, как маленькие, так и взрослые, смогли проверить свои силы в таких дисциплинах, как подтягивание, стрельба из винтовки, прыжки в длину, упражнения на пресс, челночный бег, забивание футбольного мяча в ворота, дартс, а также сыграли в шашки и шахматы. Команды, продемонстрировавшие лучшие результаты на фестивале, были награждены грамотами. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.